В Ворошинском РОВД в рамках специального комплексного мероприятия «Надзор» состоялось заседание наблюдательной комиссии Оршанского райисполкома. Наблюдательная комиссия действует в составе председателя, заместителя председателя и членов комиссии, которые представляют различные сферы деятельности. Это управление по труду и занятости, социальной защите, центр социального обслуживания населения и общественные организации, такие как Белорусский республиканский союз молодежи и профсоюзы. Основной задачей наблюдательной комиссии является совместно с другими органами профилактики, это такие как уголовно-исполнительная инспекция, органами прокуратуры, ресоциализация лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, возвратившихся из лечебно-трудовых профилакториев. И действия наблюдательной комиссии прежде всего направлены на то, чтобы предотвратить совершение этими лицами повторных преступлений. Цели этого мероприятия – оздоровление оперативной обстановки, связанной с совершением правонарушений лицами, имеющими судимость. Сегодня мы собрали людей, которые, как я уже сказал, осуждены к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества, то есть они осуждены, но, как говорится, находятся среди нас и отбывают наказание, имеют определенное ограничение, исполняют возложенные на них обязанность, а также лица, которые после отбытия уголовных наказаний имеют непогашенную, неснятую судимость, то есть они состоят на учете в нашей инспекции. Плюс ко всему, значит, вот это мероприятие проводится как воспитательное, и, значит, лица, которые у нас не имеют работы, а трудоустройство это является одним из факторов воспитательной работы, общения в трудовых коллективах, тоже вот трудоустраиваем, помогаем трудоустраивать данных лиц. На заседании будет, конечно, представители районного исполнительного комитета, представители психоневрологического диспансера, прокуратура, ну, соответственно, сотрудники, представители Оршанского РОВД. Эта встреча проводится на территории РОВД совместно с нашей организацией и другими организациями для пропаганды здорового образа жизни и уменьшения количества правонарушений в состоянии алкогольного, наркотического и других опьянений. Я буду рассказывать о вреде алкоголя, других наркотических веществ, если будут вопросы по этой теме, и буду агитировать людей на отказ от вредных привычек и на ведение более лучшей жизни при здоровом теле и здоровом духе, скажем так. Сейчас на Оршанском районе, в частности, больше, конечно, проблема алкогольной зависимости. Наркомании меньше, но она тоже не сдает своей позиции. Конечно, алкоголики омоложаются, скажем так, их становится все больше, больше людей, которые злоупотребляют алкоголем уже в период с 25 до 35 лет, это, конечно, печально, но мы работаем над этим, и статистика лучше, чем в прошлом году. Собравшимся показали фильм о вреде алкоголизма и каким последствиям это может привести. Представители правоохранительных органов и других служб донесли полезную информацию и ответили на вопросы.